Всем привет, с вами канал Белос ТВ, и сегодня вышел долгожданный, для меня, долгожданный новая часть по бэтметалу от Архибес, я имею в виду от них. Вышел новый ролик под названием Бэтметал Forever. Первые две части я делал уже в одном видео, Бэтметал и Бэтметал Returns, и они мне понравились, и плюс еще набрали нехилые такие просмотры. И давайте посмотрим наконец-таки третью часть. Кстати, заметьте, то, что превьюшка сделана в стиле типа видеоигры. Поэтому давайте начнем. Скорее начнем, поскорее закончим. Заодно, может, пасхалки найдем. Русская надпись там была. Эйприл О'Нил. Внезапно. Ну и, собственно, Черепашки-ниндзя. Тоже там был кое-какой ролик, но я не стал его делать. Мыши с Марса! Я не знаю, это Deathclaw или нет, но тоже круто. О-о-о! Metal Apocalypse. Собственно, сами Deathclaw. Хорошо. Так. Nintendo Switch. Just. Это Batman Arkham Knight, если кто не понял. We can't just get out the car, right? Right. Bruce, don't get me wrong, but after all what he's done to our city, and Barbara... I already talked with Barbara you about Gordon, that. But girl. And what she said. I said that if you're really gonna bring back that Bruno's clown... Классный зад, слушай. I will never miss this one. А как ты выглядишь? Very nice, согласен. Your butt is good. Ой. Yes, the time has come. Come. Нака. Ну что? Клакиш. Джокер. Типа мы сейчас что, будем воскрешать Джокера? Дайте. Альфред. Мы тебя воскресим! Я тебя не отпущу! В загробный мир! Ты! Ты мой самый смеящийся друг! Райс! 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 О, Вергандиум Левиоса! Гайд Фолс. Этот... Ну, вы поняли. Овервотч. Мерси. Мерси. Мерси, плиз. Ах ты, это кто так? Ханзо опять, да? О, раз, плиз. О. Ариэль, как ты до сих пор не... Плиз. Джон Сноу. А как Джон Сноу воскресить? Воу, 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 воу! Камон, камон! В смысле? Во, давай, давай! По-нашему, давай, давай! Ха-ха-ха! Да ладно тебе! Упускаешь такой момент, да ладно? Круто, ёкарный бабай! О, раб! Рапунцель. Так, ребят, секунду. Продолжаем. Так. О! Рик Морти. Согласен. Как же тебя возродить, да? А-а-а. Вон и как. Так это ты оставлял пасхалки все это время?
Да-да-да, эти пасхалки. Children of Batman. Rise and awaken! Восстань! Твою мать. Ну, хоть попытались. Это уже хорошо. Well, shit. Да. Поставь. О. Почему кредит? Не хочу. Ну-ка, что-нибудь... Интересно, что-нибудь есть в конце? Вот, есть в конце. Давайте это пропустим. Maybe we try something with his DNA. I mean, it's all over the place now. I got better idea. Что означает, что он понимает 1939? Кто мой любимчик? Так, давайте проверим. Джек Николсон не очень, Джаред Лето не очень, из 60-х которых не очень, из сериала не очень, а вот Хит Леджер. Сам это. Хит Леджер! My favorite is Heath Ledger. И заметьте, здесь есть русские имена. Ну да пофигу. Это уже хорошо. Ну-с. Браво. Плюс вы смогли еще раскрыть тему сисек и жопы Bad Girl. Спасибо вам. Я благодарен. Вот. Спасибо, что вы меня смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи. И я надеюсь... что рано или поздно выйдут новые части по бэтметалу, поскольку...